находясь, можно сказать, в рамках международного форума, который проходит сегодня в Сочи, я думаю, вы знаете, очень совпало посещение вот этого мемориала имени Цишковского. Я считаю, это большая честь. И хотел бы сказать несколько информационных событий, которые нас ожидают 19 числа этого месяца в этом году. У нас запланировано подписание о создании Центра спортивной подготовки имени Владимира Крамника в Краснодарском крае. Проект мы ведем уже год. Проект подразумевает создание единой школы краевой на базе спорткомитета Минспорта Краснодарского края, который объединит 6 филиалов, войдут в него Краснодар, Армавир, Освоенская, Кубань, Анапа, Новороссийский, город Сочи. Возглавит его сам Владимир Крамник и будет способствовать развитию и появлению вот юных шахматистов, гроссмейстеров на территории края, на всей России. Это соглашение будет у нас подписано через 2 дня с губернатором Краснодарского края. Кирсан Николаевич Лемжинов будет на подписание. Состоится оно в рамках Международного экономического форума в городе Сочи. А что касается данного мероприятия, я хочу сказать, что считаю, что Аслан Газизович и его личное участие, без него считаю, что вот такой мемориал был невозможен. И в этой части Российская шахматная федерация выражает президенту Шахматной федерации Южного федерального округа Бешукову Аслану Газизовичу за большой личный вклад и плодотворную работу по развитию шахмат в Краснодарском крае благодарность. Ну и пользуясь случаем, я взял приветствие от председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Государственной Думы от депутата Госдумы Ананских. Приветствие участникам, делегатам, гостям и болельщикам международного шахматного турнира среди мужчин мемориала Цишковского в Сочи 2014. От имени Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи от себя лично приветствую участников и гостей международного шахматного турнира среди мужчин мемориала Цишковского в Сочи 2014, посвященного 70-летию международного гроссмейстера по шахматам. В последние годы Россия провела несколько спортивных соревнований высшего уровня, Олимпиаду, Универсиаду, и готовит принять чемпионат мира по футболу. Отрадно, что шахматный турнир международного уровня проходит в столице Олимпийских игр Сочи. Наша страна имеет сильнейшие шахматные традиции. Она по праву обладает чемпионской короной в течение длительных периодов истории официальных чемпионатов. Это стало важным для престижа страны и способствовало приобщению в игре шахматы огромного количества людей. Шахматы – это особый вид спорта. Популяризация этого вида спорта является важнейшей задачей энтузиастов и государства, так как он способствует развитию интеллекта нации. Именно шахматным рыцарем своего времени и примером для подрастающего поколения шахматистов был Виталий Валерьевич Цишковский. Сегодня на наших глазах будет написана очередная страница шахматной истории. Желаю шахматистам творческих достижений, а болельщикам незабываемых матчей. Пусть победит сильнейший. Председатель комитета, депутат Госдумы, товарищ Ананский.